Городской пляж Читы посетил гималайский медведь. Купался хищник под строгим присмотром дрессировщиков. Таким образом, цирковые артисты не только прорекламировали свои представления, но и устроили косолапому водные процедуры. На пляже побывали мои коллеги из телекомпании «Альтес». На пляж Потапа доставили без особых удобств, в клетке, зато с соблюдением норм безопасности. Если отдыхающих появление косолапого шокировало, то сам Мишка уверенно направился к воде. Оказывается, для циркового коллектива это уже традиция. Где бы они ни выступали, Потап купается. Он уже совершил заплывы в Японском, Охотском море, Тихом океане, реке Енисей. Теперь очередь дошла до Читинского озера Кенон. Жарко, плюс то, что он любит сильно купаться. Это же гималайские медведи. Ну, водные процедуры не очень любят. А какой по характеру вот ваш вот этот Мишка? Позитивный, добрый. Место купания Потапа предусмотрительно огородили. Всех любопытствующих, а их собралось несколько десятков человек, призвали к благоразумию. Медведь хоть и привык к людям, но все-таки остается хищником. Так что фото и видеосъемка разрешались только с почтительного расстояния. Прикольно на кино они медведь. На видеокамеру с друзьями снимают. Необычно, конечно. Интересно очень. Детям интересно. Вы сейчас смогли туда, к медведю? Нет, наверное, не рискнула бы. Положительно отношусь к медведям. Мои почти самые любимые животные. Обожаю медведей. Впервые вижу, как плавает медведь. Купание продолжалось не более получаса. Затем Потап гордо отправился готовиться к вечернему представлению. Водные процедуры – это, конечно, хорошо, но и работе забывать не стоит. Марина Мышко, CCTV, при содействии телекомпании «ЛТС», Чита.